В данном уроке мы будем создавать часы, показывающие реальное время. Для этого потребуется Blender, базовые знания Python и addon Animation Nodes. Процесс создания часов я здесь описывать не буду. Обращу внимание только на то, что стрелки должны иметь имена правильные: RU_AUR, RU_MIN, RU_SEC. Вы можете дать другие имена, только не забудьте указать свои названия в коде. Код начинается с подключения необходимых библиотек. Эти библиотеки необходимы для преобразования радиан в градусы и работы со временем. Присваиваем каждой стрелке по переменной для быстрого доступа. Одна секунда — суть 6 градусов поворота. Число отрицательное, потому что в противном случае стрелка будет идти в обратную сторону. В переменную t будет записано время текущее. Пишем код для стрелки секундной. Количество секунд, которое сейчас на часах, умножаем на минус 6 градусов. Тогда стрелка сдвинется по часовой стрелке ровно на столько делений, сколько соответствует текущему количеству секунд. В Blender при вращении объектов мы имеем дело с градусами. Python работает с радианами. Посему, вычислив градус, на который нужно повернуть стрелку, нам необходимо преобразовать его в радианы. Аналогичную процедуру проделываем с минутной стрелкой. Теперь часовая. Тут все сложнее, ибо нужно стрелки часовой не просто перепрыгивать, например, с часу до двух, но двигаться от единицы к двойке плавно и богобоязненно на протяжении всего часа. Поскольку циферблаты обычно все-таки 12-часовые, а DateTime возвращает время в 24-часовом формате, нам нужно получить текущее время во формате 12-часовом. Всего ради возьмем время, получим оттуда токмо час. Командою strftime преобразуем он и во формат 12-часовой, результат преобразуем в целое число и запишем его в переменную h12f. 1 час равен 30 градусам, так что текущее количество часов h12f нужно умножить на 30, тогда стрелка встанет на текущий час. Стрелка стоит на круглом часе, теперь нужно ее сдвинуть еще чуть вперед, в зависимости от количества минут. Например, если сейчас 12 часов 30 минут, часовая стрелка должна стоять не на 12, а посередине между 12 и 1. Если час суть 30 градусов, то 1 минута это 30 разделить на 60, то есть полградуса. Таким образом, круглому часу надо добавить количество минут, умноженное на 0,5. Теперь при запуске скрипта часы покажут время текущее. Если нужно не привязать часы ко времени системному, а указать время произвольное, с которого должны идти часы, нужны две дополнительные переменные. Надежнее всего за основу взять текущее время и вычесть из него сколько-то часов или минут. Или, наоборот, прибавить. Для этого объявляем две переменные. Одна для минут, другая для часов. Теперь к текущей минуте и текущему часу нужно прибавить значение сдвига. Если оба значения равны нулю, часы по-прежнему будут указывать текущее время. Если AUR offset равен 4, то к текущему времени будет прибавлено 4 часа. Если AUR offset равен минус 4, из времени текущего будет вычтено 4 часа. Сдвиг минут работает аналогично.
Если мы хотим не только указать текущее время, но и заставить часы идти в реальном времени, потребуется add-on Animation Notes. Добавляем скрипт и выбираем файл с написанным ранее скриптом. Имя скрипта можно поменять. Теперь добавляем узел Invoke SubProgram и выбираем наш скрипт. При запуске проигрывания анимации часы пойдут.